Здравствуйте, 2 сентября, 17 лунный день. День благоприятен для путешествий, купли-продажи, строительства. Неблагоприятен для сватовства, медицинского воздействия. День благоприятен для людей, родившихся в год дракона, обезьяны и овцы. Неблагоприятен годам свиньи, зайцев и мышей. Ребенок, родившийся в этот день, будет многоречивым, материально зависимым, с талантом, прикладным искусством. В этот день Елгинском доцанец Хурал Циндо за долголетие, начало в 9 часов утра. Будьте внимательны.